Галина Шелковая более 10 лет страдала патологией зрения. Сильные боли в глазах и размытый окружающий вид стали привычной частью ее жизни. Все изменилось после проведения сложнейшей операции. Я очень плохо видела, и у меня было как бы не то, что плохое зрение, было еще искажение зрения. Ну вот сейчас это все исправили, убрали, но я надеюсь, что сегодня только первый день, там еще как бы такого дискомфорта нет. Ну, естественно, я им 100% не вижу, но надеюсь, что все будет, я буду видеть все краски. Хирургические манипуляции на заднем отделе глаза ранее на Сахалине не выполняли. Врачи направляли пациента в ближайший медцентр. Он находится в Хабаровске. Теперь за пределы региона уезжать не нужно. Наши медики переняли бесценный опыт у своей коллеги из Москвы Татьяны Аванесовой. За два дня, которые офтальмолог находится на острове, она успела провести 15 операций. В нашем отделении мы начинаем операции по витриоретинальной хирургии. Данный вид направления хирургии позволит нам оперировать заболевания сетчатки стекловидного тела. Это такие, как грозное осложнение отслойки сетчатки, гемофтальм, то есть кровоизлияние внутрь стекловидного тела, разрывы сетчатки, вывихи хрусталика в стекловидное тело. Раньше с такими проблемами за год обращалось около 100 пациентов. Многие сахалинцы уже с нетерпением ждут, когда получат помощь от местных врачей. У меня проблема с сетчаткой. Эти операции раньше на Сахалине не делали. Здесь я уже, мне кое-какие процедуры с глазами делали, хрусталики меняли. То, что можно было, сделали здесь. Приходилось мне летать и в Хабаровск со своими проблемами. Но сейчас, к счастью, мы можем получить квалифицированную помощь здесь, на Сахалине. Внедрять новые методики восстановления зрения в лечебном учреждении будут постепенно, по мере наращивания опыта. Ежегодно на базе городской больницы планируется выполнить не менее сотни уникальных хирургических вмешательств. Кристина Ким, телекомпания ОТВ.